Всем привет, друзья! Сейчас я покажу большую подборку только самых крутых и полезных вещей с сайта AliExpress. Все ссылки на товары, как всегда, в описании. Поставь лайк и поехали! Область применения канцелярских ножей не ограничивается разрезанием бумаги и скотча. С их помощью также очень удобно вскрывать картонную упаковку или перерезать тонкие веревки. Этот нож – один из самых достойных представителей в категории наиболее востребованных принадлежностей на каждый день. Преимуществ у него сразу несколько. Самым главным является повышенная безопасность. Благодаря уникальной форме корпуса, контакт кожи рук с лезвием практически полностью исключен. Кроме того, режущая поверхность ножа изготовлена из инновационного микрокерамического материала, чей срок службы превышает аналоги в 11 раз. Он не подвержен коррозии, но является токопроводящим и не оставляет жирных пятен. Чтобы получить возможность хвастаться перед друзьями новым мобильным устройством, вовсе не обязательно отдавать за него порядка 100 тысяч рублей. Потому что можно легко и просто, буквально за 3 доллара и 15 секунд времени, превратить старый телефон яблочной корпорации в новый. Все благодаря специальной насадке, которая позволяет превратить iPhone X и iPhone XS в новенький iPhone 11 Pro. Более того, эта самая насадка является полностью функциональной. То есть при ее использовании фотокамера полноценно работает. Но, конечно же, только в режиме двух объективов, потому что третий – это муляж. Если вам кажется, что подавляющее большинство из представленных в продаже огнетушителей являются слишком громоздкими, то вы не одиноки в своих подозрениях. Создатели этого миниатюрного приспособления для тушения локальных возгораний считают точно так же. Особенность данного огнетушителя в формате его емкости, которая по размерам и внешнему виду напоминает обычный аэрозольный баллончик на 250 мл. Внутри этого объема заключен специальный раствор, способный расширяться до 40 раз по сравнению со своим первоначальным объемом. Использованное вещество является нетоксичным, биоразлагаемым и легко убирается после использования, не оставляя за собой следов. Этот вейп является сравнительно новым товаром, который становится все более популярным среди молодых людей. Это электронное устройство для генерации пара, которое имитирует процесс курения обычной сигареты. Такое явление, как вейпинг или парение, не наносит существенного вреда организму в отличие от табачных изделий. С помощью данного устройства вы сможете проделывать уникальные трюки с разными цветами пара, в зависимости от вашего предпочтения или настроения. Это магия на кончике большого пальца. Фокус, входящий в репертуар практически всех иллюзионистов, клоунов и шоуменов мира, не перестает вызывать у публики восторга и удивления. Каким образом светящийся шарик свободно проходит сквозь стены, проглатывается, а затем появляется из уха? В два полупрозрачных напальчника телесного цвета встроены светодиоды, незаметно и бесшумно включающиеся легким нажатием руки. Вот и весь секрет. Достаточно пары минут репетиций, и самые смелые фантазии воплощаются в действительность, радуя окружающих и даря праздник как детям, так и взрослым. Это игрушечная граната многоразового использования, внутри которой содержится огромное число водяных капсул. При срабатывании устройства они способны разлетаться в радиусе 5-8 метров, поражая полностью безопасной жидкостью предметы и людей, которым не посчастливилось оказаться рядом. Корпус гранаты изготовлен из АБС-пластика, который устойчив к повреждениям и подходит для частого метания. Подобно боевому прототипу, здесь имеется ЧК, а также рычаг. Приспособление хорошо подходит для организации розыгрышей, а также для участия в тактических играх. Зорбинг –
это относительно молодое и весьма экстремальное развлечение, заключающееся в спуске с возвышенности или сплаве по реке человека, находящегося внутри полиуретанового шара, заполненного воздухом. Данное развлечение родом из Новой Зеландии. Также оно наиболее популярно сегодня. Но и в других уголках планеты популярность зорбинга растет с каждым годом. В зависимости от конструктивных особенностей, зорбы бывают с одним или двумя входами, рассчитаны на одного или двух пассажиров. Если вы выросли из возраста, когда можно носить кроссовки с колесиками, но хотите вспомнить то счастливое время или если просто хотите быстро передвигаться, вам пригодятся эти моторизированные ролики. Они легко крепятся на задней части любых ботинок или кроссовок. Вы можете также просто их снять в любой момент. Один ролик имеет привод, другой нет, что помогает найти баланс. 80-ваттный мотор активируется, как только приводной ролик коснулся земли и позволяет развить скорость до 16 км в час. А 12-вольтовый аккумулятор обеспечивает время непрерывной работы устройства 30 минут. Этот магнитный держатель плотно обхватывает стакан, шейкер или кружку, помогая закрепить их на металлических плоскостях, стоящих вертикально. Эластичный захват делает изделие совместимым с емкостью различного диаметра. Таким образом, напиток всегда можно держать на расстоянии вытянутой руки во время занятия на тренажерах. Держатель доступен в 7 различных цветах и будет востребован не только спортсменами, но также людьми рабочих специальностей, которым требуется много работать руками вдали от привычных удобств. Это настольные ламповые часы на самых больших советских газоразрядных индикаторах из далекого прошлого. Вся остальная электроника в часах современная. Одной из особенностей часов является RGB-подсветка, которая может работать как в статическом режиме, так и в динамическом. В данном режиме пользователь может самостоятельно выбрать понравившийся ему цвет подсветки. Корпус часов изготовлен из массива экзотического дерева и покрыт маслом для проявления текстуры и защиты корпуса. Чехол был разработан дизайнерами американской компании специально для моделей iPhone, имеющих экран с диагональю 4,3 дюйма. Аксессуар не только защищает корпус айфонов от механических повреждений, но и способствует энергосбережению, значительно увеличивая срок использования аккумуляторов, выводит на заднюю панель смартфона монохромный дисплей, на котором отображается самая актуальная информация, включая данные о погоде, новые сообщения, время и многое другое. Этот товар относится к той категории новинок, для определения которой сложно подобрать единственное слово. Модульная конструкция этого инновационного средства передвижения позволяет легко превращать его в самокат, скейтборд и доску для прыжков. Базовым элементом здесь является платформа с двумя большими отверстиями. В зависимости от потребности в них могут быть установлены блоки с колесиками или пружинящие подставки с петлями для ног. Фиксация модуля осуществляется простым поворотом на 90 градусов. Крепление для руля располагается в переднем блоке колес. Для повышения безопасности доска покрыта рельефом, предотвращающим соскальзывание ног. Играть с собакой, бросая ей палку или мяч, чтобы она приносила их обратно, безусловно, весело. Однако далеко не у каждого из нас хватает на это времени. Но с помощью автоматического метателя мячей, ваш любимый домашний питомец не будет грустить даже в том случае, если вы заняты другими делами. Это устройство для бросания обычных теннисных мячиков имеет округлый пластиковый корпус и подходит для установки на любой гладкой поверхности. При этом следует учитывать, что хотя корпус и защищен от мелких осадков, но его использование под проливным дождем не допускается. После серии бросков следует обязательный перерыв, равный 15 минутам, которых обычно вполне достаточно, чтобы собака перевела дух.
До появления спичек и зажигалок добывание огня было связано с большими усилиями. Для тех, кто хочет ощутить всю мощь примитивных технологий, выпускается специальный набор, в котором для разведения костра используется сила трения. В состав комплекта входит вертикальный штырь и горизонтальная планка с отверстиями. Первый вращается с помощью рейки и привязанной к ней веревки. В месте контакта деревянных частей образуется искра, из которой при помощи бумаги, мха, бересты или аналогичного материала в конечном итоге появляется пламя. Помимо развлекательной функции, такой набор будет востребован у выживальщиков и экстремальных любителей активного отдыха, желающих получить наиболее простой и надежный инструмент для добывания огня. Эта новинка представляет собой держатель, оборудованный LED-подсветкой. Аксессуар фиксирует кружку с помощью двух колец, в каждой из которых вмонтирован источник света, превращающих его в фонарик. Для управления потоком доступно три режима. На двух минимальных светится только одно кольцо по выбору. В максимальном светятся оба кольца, выдающие в совокупности 350 люмен. Помимо этого, такая ручка существенно облегчает переноску кружки в руках. На этом все. Всем удачи и пока.